И снова здравствуйте, здравствуйте, мои единомышленницы, единомышленники. Кто давно подписан на меня, а кто еще не подписался, тоже подписывайтесь. Меня зовут Нина, и вы на моем канале Вяженка, да, друзья? Все стабильно. Сегодня по многочисленным просьбам, и я могу уже говорить об этом с гордостью, потому что действительно многочисленные просьбы были на моей странице в Инстаграм, я подготовила для вас наиподробнейшее видео вязания вот такой летней, легкой, комфортной, классной майки, которая, кстати, сказать, я так и не смогла придумать название. Но ничего страшного, возможно, вы мне поможете и напишите в своих комментариях. В самом начале покажу вам из какой пряжи вязать, расскажу подробненько о спицах, потом поделюсь всеми расчетами и схемами, чтобы вы смогли тоже связать для себя, ну или для кого-нибудь на подарок вот такую классную мальчонку. Ну, что еще могу добавить? Давайте начинать уже, да? Не будем тратить ни ваше драгоценное время, ни мое тоже. И давайте начну по порядку. Значит, смотрите, друзья. Эту майку я вязала в июне 2020 года, да, в прошлом году. Сначала я связала подобную маечку из итальянской пряжи Лора Пьяна для своей невестки. Я назвала эту майку «Полынь». Если мне сейчас удастся, постараюсь составить здесь фотографии, но если не удастся, не обессудьте, пожалуйста, потому что ну, нет у меня сейчас возможности поделиться с вами этими фото. И вот мне настолько понравился этот рисунок, я приобрела пряжу вполне себе доступную для всех, а я считаю, что она доступная. У нее очень хорошее соотношение качества и цены. И, друзья, эта пряжа, эта пряжа у нас, смотрите, Янард Самар, то есть лето, да, так она переводится. Она продается вот в таких моточках, которые складываются в одну прозрачную упаковку на молнии. Их там всего лишь навсего 4 штуки. И вот, кстати сказать, для того, чтобы связать такую маечку, мой размер 46-48, позже я вам покажу все расчеты, покажу все свои записи, понадобится всего лишь навсего 4 таких мотка. Если вас заинтересовал этот цвет, посмотрите, это номер 16, я вязала из другой пряжи, вернее сказать, из этой же пряжи, только другого цвета. Сейчас здесь постараюсь оставить этикеточку с номером, вдруг вас заинтересовал именно этот цвет. Так, что предлагает нам производитель? А производитель предлагает на 100 грамм 100 метров. Вернее сказать, на 100 грамм 350 метров, друзья, я говорилась. В составе у нас 70% хлопок и 30% вискоза. Нитка смотрится очень красиво в мотке. Сама по себе. Так она вот выглядит. То есть здесь получается у нас, знаете как, получается несколько ниточек, а вернее сказать, раз, два, три, четыре нитки хлопка. Вот они, четыре нитки хлопка. Причем он такой, знаете, мерсеризованный. Похоже на это. И одна вот такая вот, как шелковистая нитка вискозы. Так она выглядит. В мотке прекрасно, сама по себе нитка тоже хорошо смотрится, но вот нет такого, знаете, слишком яркого, насыщенного блеска в полотне. Ну вот показываю вам для сравнения, да. Возьмем голубой цвет, вот моточек, а вот полотно. Говорю вам об этом сразу, поэтому не обессудьте, хотя на солнце, конечно, она блестит, блестит э, как, таким, знаете, э, благородным блеском натурального шелка. В принципе, на это я и купилась честно вам скажу. Значит, про достоинство. Пряжа в полотне выглядит прекрасно, полотно не деформируется, учитывая тот момент, что вяжем мы эту маечку по кругу, она цельновязанная, за исключением мест провязывания вот от проймы и до горловины и плеча. Поэтому, конечно, эта пряжа мне понравилась. После стирки, кстати сказать, все свои маечки, а она у меня не одна. Буквально скоро на днях я записываю еще одно видео вязания вот из такой пряжи. Не пропустите. Если не подписаны, подпишитесь и поставьте себе колокольчик, да. Вот, я стираю в машинке, да. Вы не ослышали, стираю в машинке на режиме шерсть или деликатная стирка. Прекрасно подходит режим, маечка не растягивается, не садится, она не пеленгуется. Вот покажу вам поближе, вы не увидите ни катышков, ничего. Я ее активно носила все прошлое лето и осень, а у нас на Кубани осень-то теплая. Вот, поэтому очень даже замечательно себя ведет. Какой-то катышек такой появился, надо убрать. Но, друзья, что хочу сказать. У нее есть недостаток. Не думайте, что она такая прекрасная, все у нас замечательно, хорошо. Эта пряжа капризная в самом процессе вязки. Да, это правда. Выбирайте, пожалуйста, спицы металлические однозначно. Не слишком берите острый кончик, потому что она во время вязания капризная и расслаивается, понимаете? Вот именно эта ниточка, я не знаю почему, с чем это связано, возможно из-за содержания вискозы, но она вот, вот цепляется и расслаивается. Это такое дело есть. Но ничего, зато посмотрите, какое изделие у нас получилось, да? Я вам честно скажу, что большинство видов пряжи именно от турецкого производителя Янард очень мне даже нравится. Честно, мне нравится Янард Бэби Катон, которая недавно появилась. И, и, ну и другие, не буду сейчас перечислять, не о пряже сейчас ведется речь. Одним словом, вы поняли, да? Покупаете такую пряжу или же, или вы можете заменить ее на какую-нибудь другую. Пусть это будет хлопок, пусть это будет лен, но лен проверьте, потому что лен дает косину, да? Пусть это будут какие-то смесовки. Ну, допустим, та же пряжа Янарт Бэби Катон. Там идет акрил и хлопок. Возможно, вы свяжете с каким-нибудь другим составом, из чистой вискозы или же с натурального шелка. Без разницы, рисунок будет очень хорошо смотреться на любой пряже. Ну, наверное, за исключением шерстяной, в том числе и махера, так бы я сказала. Даже красиво будет смотреться на кашемире и на мериносе. Я вот в этом вообще не сомневаюсь. Можно, можно связать даже не маечку, наверное, а какой-нибудь полуверт таким рисунком. Да? Ну а теперь давайте постепенно с вами переходим к разбору, так сказать, самого процесса вязания. Не будем воду лить зазря. Друзья, как я уже и сказала, мы с вами вяжем эту майку снизу вверх. Она цель навязанная. То есть мы вяжем с вами по кругу на спицах с леской. Когда мы с вами дойдем до места проймы... Здесь я вам дам расчет закрытия петелек для проймы, потому что пройма нам необходима для комфортной посадки. Мы с вами вяжем раздельно перед и спинку. И спинку. При этом вывязываем горловину как по спинке, заглубление по горловине, так и по переду. Понятно, да? И в самом конце мы с вами петли не закрываем, а соединяем при помощи трикотажного шва. Вот здесь он заложен у меня. И у вас получается вполне себе симпатичная штука. После чего мы с вами обвязываем край проймы на спицах по кругу, опять-таки, и край горловины. Но это я вам так сказала все быстренько в общих чертах. А теперь берем нашу тетрадь замечательную, я вам ни единожды не рассказывала и покажу, как все это сделать на практике. Убираю свою любимую открытку. Она мне очень нравится вот маечка. Расчет сделан для размера 46-48. Сделайте, пожалуйста, себе скриншот. Возможно, вам пригодится. Я подержу вот так вот. Понятно, да? Ну и давайте, значит, по ширине она составляет 46 сантиметров, в длину всего лишь навсего 54. В любом случае, вы, если захотите, сможете ее удлинить, провязав на один какой-то фрагмент больше, да? и также сделать шире полотно, при этом прибавляя еще дополнительные петли. Пройма моя составляет 14 сантиметров, 4 сантиметра по ширине, горловина 20 и 13 сантиметров само плечо. Все. Про пряжу я вам рассказала. Это пряжа Янар Самар, еще раз повторюсь. 4 мотка вполне достаточно. Спицы, друзья. Вот для вязания этой маечки нам понадобится три пары спиц. Смотрите. Смотрите. Первые спицы размером 3,5 мм для вязания основного полотна по кругу. Это вот эта вот часть от резинки и до самого верха. Далее нам понадобятся спицы 2,5 мм на леске для провязывания самой резинки манжета. Мы манжет с вами вяжем, чередуя одну лицевую, одну изнаночную. И при этом я хочу обратить ваше внимание. Друзья, мы вяжем с вами лицевую за заднюю стенку, изнаночную за переднюю. Но есть еще один недостаток. Эта пряжа не держит резинку совершенно. Поэтому как бы она у нас представляет чисто декоративную функцию. Эта резиночка. Вы сильно не обольщайтесь, форму держать не будет. И опять-таки этими же спицами 2,5 мм мы с вами будем обвязывать пройму и обвязывать горловину. Еще нам понадобятся спицы 3 мм. Для чего? А для того, чтобы мы сохранили с вами, с вами единую плотность полотна как при вязании по кругу снизу вверх, так и после момента разделения полотна на перед и на спинку. Вот всегда говорю всем своим девочкам и ученицам, в том числе. Для сохранения такой плотности, пожалуйста, берите спицы для поворотного вязания, да, рядами поворотными на 0,5 мм миллиметра меньше. Также нам с вами понадобится 4 маркера. Я написала прям специально, вспомнила, вспомнила и дописала. Для чего? Да для того, чтобы отделить рисунок основной по переду. Вот раз, два маркерочек и по изнанке то же самое. Раз, два от бокового. Потому что, смотрите, я боковой рисунок выполнила, видите как? Я его выполнила чистым рисунком но чтобы по переду и спинке не смотрелось это дырчата, я добавила элементы чередования основного рисунка и просто лицевой чулочной вязки то есть ну наверное неправильно сказать здесь все-таки будет не чулочная вязка а лицевая гладь Почему потому что при вязании по кругу мы с вами выполняем один ряд лицевыми, другой ряд изнаночными. И именно при соблюдении этой процедуры у нас с вами получается вид такого чулочной вязки. Как по лицу, так и по изнанке. Понятно, да? Друзья, если вдруг ну, вы подумаете, что вам не нужны такие вот вставки по бокам, ажурные, да не делайте их, бога ради, просто свяжите всю свою маечку вот такими поперечными полосками, чередуя просто чулочную вязку и основной рисуночек, да? Надеюсь, это понятно. В этом видео я не буду вам показывать и рассказывать, как вязать вот этот вот рисуночек. Почему? Да потому что на моем канале Вяженка уже есть подробнейшие видео провязывания этой схемы с шишечками, по петельный расклад. Единственное, что хочу добавить от себя. Рисунок этот, а вернее схему, я брала из книги Хитоми Шида. Многие из вас ее, наверное, знают. Это большая книга японских узоров. Да, друзья, она мне очень нравится. Я не единожды не рассказывала, показывала, да. Не будем сейчас на этом останавливаться, потому что она на самом деле приинтереснейшая. Кто еще себе не приобрел, приобретайте. Но если у вас, конечно, средства позволяют. Я просто хочу с вами поделиться еще раз вот схемой. Вы ее найдете однозначно на моем канале. В описании постараюсь оставить ссылочку, да? Или же здесь сейчас вот прикреплю фотографию, как выглядит страница именно с видео вязания этой схемы. Смотрите, вот фотография, а вот сама схема. Можете сейчас сделать скриншот. Я подержу. Раппорт рисунка составляет 12 петель. Думаю, что никаких особых сложностей у вас не возникнет с разбором. Рекомендую, рекомендую заранее потренироваться, конечно же, попровязывать, допустим, на каком-нибудь черновом, так скажем, варианте, чтобы в следующем, впоследствии при вязании этой книги у вас не возникало никаких проблем. Ну и давайте приступим, наконец, к самому разбору. Друзья, если вас устраивают мои размеры, которые я вам показала уже в своем блокноте, вы набираете на спицы 2,5 мм 205 петель. Я вот сделала такое подробненькое описание. Можете опять-таки сделать скриншот. Подержу. Готово, да? И давайте буду рассказывать, что и зачем делать, да? Набираем с вами на спицу 2,5 мм. Кстати сказать о спицах. Берите леску 60, ну максимум 80 сантиметров. Этого вполне достаточно. Не берите слишком длинную леску. Вязать будет вообще неудобно по кругу. Вот 60-80 сантиметров вполне комфортно. Так вот, друзья, набираем на спице 2,5 мм. С вами 205 петель. Количество Петель должно быть кратно 12, почему? Потому что рапорт рисунка из той книги, которую я вам уже показала, составляет 12 петель, вот, но при смыкании мы после, после того, как набрали петельки, написано «сомкнуть в единый круг», мы с вами должны сомкнуть в единый круг, надеюсь, многие из вас знают эту технику, кто не знает, найдите видео, посмотрите, вот, и вяжем с вами резинкой один на один. 8 рядов. Все, я уже вам сказала, что при вязании резинки необходимо лицевую вязать за заднюю стенку. Вот такое вот здесь пояснение есть. Далее мы с вами распределяем петли по схеме номер один. То есть это та самая схема из книги, которую вы уже сфотографировали. И у нас с вами получается в общей сложности вот первый вертикальный рапорт, вот они вертикальные. Раз, два, три, четыре, пять, шесть и так далее. Первый вертикальный рапорт мы провязываем с вами именно по этой схеме, схеме номер один. У вас получится вот таких вот рапортов 17 штук. Это в том случае, если вам, вас устраивают мои размеры. Если вас не устраивают мои размеры, вы хотите связать шире, то вы должны брать количество петель кратное 12. То есть 204 плюс 12 или 204 минус 12, да? Как определить, сколько необходимо вам набрать рапортов? Да через образец. Свяжите, пожалуйста, образец на спицах 3 мм, вот именно этим рисунком. Постирайте, высушите и посмотрите, сколько у вас получается петелек по ширине в одном сантиметре. И тогда вам будет все ясно и понятно, да? Вот, с этим мы определились. Начиная со второго рапорта, вертикального рапорта рисунка, у нас же есть горизонтальный рапорт, а есть еще вертикальный. Вот, начиная со второго рапорта, друзья, смотрите, что я делаю. Далее я расставила петли следующим образом. 42 петли. Боковой рисунок. Это вот этот рисунок, покажу вам поближе. Вот он. Для чего же нам маркеры нужны? Повесите маркеры, и маркеры будут у вас отделять вот с одной стороны и с другой стороны ваш основной рисунок. Посередине 60 петель. Вот они, 60 петелек, вот. Опять-таки вешаем маркеры с одной стороны и с другой стороны. И по спинке, по боковине 42 петли и по спинке 60. Вот таким образом я расставила петли. Провязываем с вами вертикальный рапорт по бокам, с одной стороны и с другой. А середину мы с вами наполняем, чередуя ряды. Один ряд провязываем лицевыми, второй изнаночными. Лицевыми, изнаночными. Понятно, да? Вот и вяжем с вами необходимое количество рапортов до места проймы. Вот до этого места, где у нас будет с вами полотно разделяться на две части, на перед и на спинку. Далее мы с вами обязательно переходим на спицы 3 мм. Помним, да, про плотность. Плотность должна быть одинаковая. Как при круговом вязании, так и при э, рядах, которые мы будем вязать с вами обратными. То есть, по лицевой и по изнаночной стороне. И вот теперь смотрите, какой момент. Значит, э, ну, с, с основной-то схемой все будет понятно, вы ее разберете, да? А вот что касается вот этой внутренней ставочки, которую я вижу как <чел> чулочной вязкой. Вот именно начиная с момента разделения полотна на перед и спинку, мы с вами будем вязать одними лицевыми. Запомните, вот это место... Это место по переду и спинке мы вяжем с вами одними лицевыми. И тогда у нас будет одинаковый вид чулочной вязки. Да? Видите, разницы никакой нет. Далее я даю вам такую коротенькую схему, но вы уж меня не обессудьте за мой почерк, закрытие петель. Вот для того, чтобы вывязать пройму, и она комфортно села, я делала такое вот закрытие петель. Сначала закрывала 3 петли, потом 2, 2, 1 и 1. Все, в каждом втором ряду, то есть по лицевой стороне справа и по изнаночной стороне слева. Это понятно. Потом я вязала спинку, друзья мои. Да, я всегда вяжу сначала спинку, чтобы мне было удобно ориентироваться и смотреть, э, ну, на, каком, на какой глубине закрывать петли по горловине. Я довязала, не могу сейчас сказать, сколько рядов, потому что они у меня просто в рапорт самостоятельно укладывались, да, вот до этого места. И, друзья, сделала закрытие петель по горловине. Вот оно, закрытие петли по горловине спинки. Центральные 24 петли, вот они, центральные 24 петли закрыла. А потом по бокам с каждой стороны 3, 2, 3, 2. И еще провязала 3 или 4 рядочка просто по рисунку. Петли при этом я не закрыла на плечиках, а перенесла на дополнительные нитки нейтрального цвета и оставила. Далее я приступила к вязанию переда. Здесь я закрывала петли на проме так же, как и на спинке. Да? Помним, 3 да. петли, 2, 2, 1 и 1. И примерно рассчитав для себя глубину горловины, ну скажем так, здесь сантиметров 9. Я вот смотрю на свою указку, здесь 9 сантиметров точно есть. Я закрывала, закрывала петли по горловине. Они немножечко отличаются от петель по горловине спинки. Центральные я закрывала 20. Вот они, 20 петелечек. Вот они. Далее я закрывала 3, 2 и 2. Все. Друзья, после этого, после того, как я уже связала все, все две части перед и спинки, вот до плечевых швов, я петли не закрывала. Еще раз повторю, я их аккуратно закрыла при помощи трикотажного шва. И у меня вообще очень хорошо все получилось. Майка совершенно бесшовная. В этом ее, в принципе, одна из уникальностей да, и особенностей. Соединив петли между собой на обоих плечах, я взяла спицы 2,5 мм, набрала петельки вот здесь по, по пройме. Как набирала петли? Значит, из одной петли. Кромочной я вывязывала 2 за переднюю, за заднюю стенку. У меня даже где-то видео есть на канале. А из второй только за переднюю. И чередую. Из одной кромочной петли 2, из второй одну. И вот так вот аккуратно набрала петли. Провязала я 4 ряда, резинка 1 на 1. Видите? И просто аккуратно при помощи иголочки все эти петли закрыла. С одной стороны, да, с одной стороны, сделала, и с другой. Точно так же. После чего аккуратно набрала петли по горловине, переда и спинки. То же самое провязала я 4 ряда резинкой 1 на 1. И петли тоже закрыла иголочкой. Все, ничего сверхъестественного. Петли набираем здесь также. То есть, там, где у нас с вами петли закрытые были по переду. Первые 20 и 24 по спинке, мы также набираем 20 и 24. А вот по бокам из кромочных чередуем: из одной кромочной петли две, из второй одну, две одну. Понятно? Надеюсь, это понятно. Ну и все, в принципе, после того, как я ее связала, поместила в стиральную машинку, постирала при режиме деликатная стирка. 30 градусов. Там у меня небольшой отжим, по-моему, 600 или 800 оборотов. Аккуратненько разложила на махровом полотенце. Это обязательно, чтобы она не тянулась, да? Все-таки может немножко потянуться. И дала высохнуть. Все, и в пир, и в мир, и в добрые люди я ношу эту майку. Она мне нравится, она классная. Но ну, вы сами понимаете, 100% натуральный состав. Ну как такая вот пряжа, как такая вещь может не понравиться, согласитесь, да? Поэтому мне очень комфортно, я буду рада, если вы свяжете себе такие же маечки, если вы где-то меня отметите под моим хэштегом Нина Арыч. Кстати, у меня же есть страница в Инстаграме. Кто еще не подписан, заходите, подписывайтесь. Меня легко найти. Нина, нижнее подчеркивание, Арач. Я здесь оставляю ссылочку. Пожалуйста, переходите, смотрите. Вот. Носите такие майки с удовольствием. Носите такие майки и получайте, и получайте наслаждение но, во-первых, вы будете чувствовать наслаждение в процессе вязания. Вот поверьте мне, затягивает очень даже. Я вам честно говорю, потому что такие майки вяжутся на одном дыхании. Единственный момент, единственный момент, будьте очень внимательны. Вот при чередовании узоров, если вы заморочитесь с боковинами, как у меня, пожалуйста, маркирочки, не забывайте про них. Без маркеров здесь не справится даже супер-пупер профессионалу. Вот просто уже проверено. Я сама маркерами пользуюсь, и мне это очень нравится. Итак, друзья, надеюсь, это видео было полезным. Сегодня я вам дала такой полный разбор. Вот, если понравилось, пожалуйста, поставьте лайк. Кто не подписан, подписывайтесь на мой канал. И, как всегда, по традиции, я говорю до новых встреч. Пока-пока.